Ну давай. Привет, друзья! Всем привет! Подписчики мои, что мы сегодня делаем? Мы сегодня распаковываем очередную коробочку от наших любимых с бабам! Да, ребятки, которые поддерживают наш канал, присылая на обзор подобные истории, чтобы мы показали для вас эту прикольную радость, потому что игрушки от бабам — это всегда весело, классно и задорно. Итак, что у нас сегодня? У них постоянно, на самом деле, полно новинок, типа у них реально разный ассортимент, и класс, 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 я обожаю их снимать. Давай, выспим. Ребята, посмотрите, сколько тут всего для вас сегодня. Это Доминатор. Это моя любимая серия Доминатор. Это Хищники Саванны. Это у нас 3D коллекшн. И у нас там какой-то красивый вулкан, наверное, Джигмалугма. Взъерошенный лев, шикарный бизон и классный тигр. Три в одном, ничего себе, замечательно. Они имеют какие-то свои уникальные спецэффекты. А с другой стороны показана у нас вся коллекция. Смотри, у нас Кокодрило, Импотанто, Импотамо, Рину Кернотте, Бьянко. Где я нашел кого? Носорога? Зай, ну это была шутка, это была мета-ирония, типа я назвал Пуму тигром, Льва львом, а Носорога бизоном. Это была шутка такая, если ты поняла, это что такое? Ребята, Леоне, Мандрило, офигенное название, Буффало, есть такие крылышки, Буффало. Есть Элефанте Африканте, есть, значит, так, это Ипопотамто, Пантера Нера, Гигагуро, Питоне Себа и Фокусера и Лена. Надеюсь, ничего плохого не сказал. Фокусера, Лена, вот такое название. Но это прикольно, это смешно, да, друзья. Но если вы такие себе штуки тоже купите, приобрести, то вы можете это купить в магазинах Магнит, киоск Союз Печать, на сайте Озон Велберис и по ссылочкам в описании. Перейти на сайт к производителю и посмотреть. Ну, я хотел тоже, но я люблю первый распаковывать с бабам. Это моя единственная радость в жизни, купить коробку и распаковать все в одного. Но приходится делиться с тобой. Дай хотя бы одного. Ну, ладно, хочешь первый ты в этот раз? Давай, я распаковываю. Нет, я главный, я тут главный. Я буду распаковывать с бабам. Ты лев. Я лев, да. Во! Это, ребята, это Пумба! Пумба! Акуна, акуна, акуна матата! Ребята! Слушай, офигенный, он прикольный, он пахнет просто... Ой, кто это? Ребята, кто это? Ну, у него и морда, конечно. Это он! Как у меня... Это он? А, это он? Подожди, я не узнал. Слушай, ребята, ну, что-то 10 отличий. Да я шучу, конечно, похож. Это я просто пытаюсь вам поднять настроение. Вот. Фокакера. Его зовут Фокакера. Вот так выглядит Фокакера. Ну, вот оно все. Прикольно, мне нравится учить иностранные языки. Так, подожди, а у кого у нас... Вот, я вижу Брила Албуйо. Есть только у двух товарищей. Это у Ипопотамо и Кокодрилло. И еще вот у Питоне Себа и Гигуаро вот у них есть. А у Фокакера и Лены ничего такого нету. Ну, вот это Мандрило самый, наверное, потрясающий. Ну, слушай, я вот за что я уважаю с бабам, так это за размер. Это офигенная, классная фигурка слона, которая будет прекрасно, да, это вот, чтобы продублировали вам много слонов, чтобы вы не запутались, чтобы точно вот какой-то из них будет слоном, да. Эта штука смотрится как вещь. Только он падает, конечно, немножко, ну ладно, не страшно. Во. То есть он прям реально может стоять на полке вместе с Фокакера. Вот они вместе стоят. Вот. Элефант и Фокакера. Вот они такие. Смотри, прикольный какой. Смотри, он настоящий. Смотри, он. Сейчас, подожди. Ну-ка, похрюкай, Настя. Ну-ка, нам саунда создай. Давай. Во. Ну-ка, нет, давай я вот так типа буду делать, а ты хрюкай. А? Типа нам закинули денег за этот прекрасный саунд. Смешно, смешно. Не, ну слушай, у меня Фокакер... Подожди, змея пока рано. Я боюсь змей, кстати. Фокакера мне очень... Подожди, я правильно же называю Фокакера, а то я что-то вдруг передам. Ну да, вот он. А, ух ты, подожди, а где змея? А, змея там была, да, заявлена? О, подожди. Это, смотри. У нас тут две змеи, питон и кобра. Это кто, как ты думаешь? Кобра, я думаю. Это кобра. Да, мне кажется, это питон. Зай, кобра выглядит... У него такой... Вот, а это питон. Питон, ну, конечно, я-то шарю в питонах, вот такой красивый. Слушай, это знаешь как? Это, давай ты, я буду складывать туда. Друзья, это знаешь что? Я просто не придумал такую шутку. Это питон, как из Гарри Поттера, как Василиск, как из первой части. Ну-ка,
Но вообще питон не соответствует размеру, ну типа он реально, не, это что, это анаконда, это не питон, это вот такой вот, там Факакера вообще убежал, испугался, потому что ну такой придет змей и просто схватит за хвост и все. Вот так и происходит в дикой природе, да, такой приходит, здрасте, забор покрасьте, давай, доставай. Кто-то, ой, ух ты, слушай, ну это какая-то, а он очень прикольный, как его зовут? Он очень прикольный. Это Ипопотама. А, Ипопотама. Ух ты. Ух ты. Слушай, это редкий вид носорога альбиноса, который размером со слона. Вот. То есть я, вот понимаешь, вот насколько огромный. Угу. У меня два варианта. Либо это слон очень карликовый, либо это носорог очень большой. Хм, друзья, как вы думаете? Но он прикольный, он прям класс. Мне нравится то, что... Будет почва для сравнений. Все фигурки стоят, это круто. Это же кто? Это же Бизона, друзья мои. Это же наш логотип канала. Это же здорово. Это мы такого поставим куда-нибудь точно. Буффало. Буффало. Это Бизона переводится, как вы понимаете. Ух ты, вот. Такой пуфало. Да, да, да. Да, но это не то, что эти страшные рыбы, которые обитают на дне морском, которые страшно потом будут сниться. Ну-ка, пофырчим, сейчас добавим саунд, давай пофырчим. Угу. Во, вот так он. Далее что умеет? Во, да. Я вообще в шоке. Да, тебя и тебя звучат персонажи в мультике. Кто там? О, это... Это бегемот. А, слушай, а вот это вот гипопотам, вот, кстати. Гипопотам. А это кто? А это тигр. А о, там это... кто? Вот там вот... Это Кикакера. Да нет. Носорога дай, пожалуйста. Да. Дай того. А зачем? Потому что здесь написано, что это был. Рино Корнетто Бьянко. Да. Ну, Рино это носорог по-английски, а Рино Корнетто, видимо, по-неанглийски. Это Тимон и Пумба, друзья, привет! Это... А, я знаю, стой, подожди, это... Ну, покажи, покажи. Бумажка. Это Рокстеди и Бибоп. Где черепашки-ниндзя? Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. А я... Вот этот самый классный, пока это вообще мой самый любимый бизон, буффало. Бык такой. Ну, это буйвол, буйвол. Это правильно буйвол говорить? Наверное, я думаю так. Слушай, ну, кстати, обратите внимание... А, подожди, мы даже не заметили, смотри... Вот у носорога, у него вот что внутри. А, да? Да, вот такие. А у этих? А да. У этих ничего такого нету. Поэтому носорог вообще, он прям... Ну, ребята, он прям вообще выглядит замечательно. Ой, это кто? Это крокодайл? Это крокодайл. Крокодило. Кокодрила. Да. Кокодрила. Кокодрила. Я уже... Смотри-ка, у него губище. Крокодила, кокодрила. Вот он. А, их тут двое вообще. А где второй? Второй есть там в коробке? Нет, второго нету? У нас среди набора слонов нет. Я хочу еще. Да, нету там еще десятерых. О, друзья, это же Лайон Лев. Король Лев. Такой. Симба! Симба! Блин, время сейчас ночи, не стоит включать. Ну ладно, если к нам придут соседи, мы в них кинем кокодрилу. Где кокодрила самое страшное? Во-во-во. Мы об откроем дверь так... Они такие, убегут сразу. Вот, да, ну лев это лев. На самом деле лев, он вроде царь зверей, с одной стороны, считается кем, непонятно. На мой взгляд, царь зверей это бизон. Но, как бы, он обычный. Ну, типа, лев и лев. Ну, то есть, никаких приколов не придумаешь. Ну, смотри, сколько можно придумать приколов с таким прикольным бегемотом. Это же вообще умора. А вот с львом что придумать? Так, а вот нам выпало. О, это же пантера. Это черная кошка, это черная пантера, это пума, это Black Panther, это пантера, да, я так и знал, ух ты, слушай, ну пантера очень, конечно, выглядит мощно, мощно, такая, о, гамадрила, кокодрила, как его там зовут, правильно, ну-ка, прочитай. Мандрила. Мандрила, вот он. Ух ты, синепопый бабуин, орангутанг, где подать мне Симбу, вот, да. Прикольный. Ну, такой, знаешь, узнаваемый товарищ. Подать мне Симбу. Прикольно. Привет. Как звали отца Симбы? Не помнишь? Муфаса. Муфаса? О, блин, имя, конечно, Муфаса. Прикольно. Ну, вот. А этого как звали? Ребята, кто как его звали? Они мультики. Злого? Нет, вот этого вот. Гамадрила хорошего. Обезьяну эту.
Ой. Сейчас у меня в голове. Сейчас. Рафики. Вот. Муфаса. Я Муфаса. Рафики. Нет, подожди, не так. Рафики. Ты опять потерял Симбу. Нет, Симба. Ой, нет. Блин, я сейчас, подожди. Я придумаю какую-нибудь сценку, типа... Рафики, ты опять потерял моего сына. О, нет, Муфаса, я не терял моего сына, он сбежал. Верни его. Хорошо. Кокодрила. Это такой... Тыщ, я пришел, я за него, типа... О, ты не видел Симбу? Нет, не видел. Рафики, верни моего сына. Да, господин. Пошел. А вот Симба пришел. Леопард. Это не Симба? Слушай, это не похоже на леопарда, это похоже на какую-то крысу скорее. По морде лица. А где Пума? Подожди. Во. Во. Это последний? Нет. О, это кобра. G.I. Joe. А, вот еще. G.I. Joe. Ребята, смотрите, какая кобра прикольная. Это черная мамба. Нет, это другая какая-то, да, птица? Черная мама, другая птица. Черная мамба. Это он может биться им хвостом. Тыщ, полипард, тыщ. Рафики, ты нашел моего сына? Нет, господин. Ищи. Хорошо. О, это гиена, что ли? О, ну да, а это эти гиены. Ну-ка, посмейся по-дурацки. Нет, ну-ка, давай. Во-во-во, давай. Кокот. Как он зовут ее? О. Насик у нас может озвучить всех животных, поэтому вот. Если вам нужна помощь в озвучке, то Насик готов помочь. Да. Озвучит всех. А ну-ка, Бизона, как ты озвучишь? А, он дышал, да? А крокодил, как, друзья, как разговаривают крокодилы? Вот мне кажется, они вообще не разговаривают. Да я думаю, они не говорят. У них какого-то звука нет определенно. А ну-ка, прычи как лев. Прикольно. Вот, друзья, ну что, мне очень понравились приколюхи, посмеяться, поугарать можно, безумно классные штуки, ну, конечно, был этот топ-1, вот, то есть ты весь ролик просил, чтобы я их класс с другой стороны, теперь ты мне говоришь, дай про бумажки? Ну да. Вот, давай мой ролик закончим, потом разберемся. Вот, еще раз, друзья, ссылочка на все в описании к этому видео. Переходи, смотри, заказывай, играй, покупай в магнитах, киосках, где угодно. Фигурки все интересные, прикольные и необычные. Ты что такое? У нас вот свой прайд. Мы пошли искать Симбу, вот, а вы тоже подписаны на канал и пишите веселые комментарии. Всем пока-пока.